Ученицы хореографического колледжа до последнего репетируют за кулисами. Выступать на новой сцене, говорят, одно удовольствие. Номер готовили со всей ответственностью к открытию нового корпуса любимого колледжа. Мы вынуждены были заниматься в большом зале, выступать там же. А теперь нам предоставилась такая возможность танцевать на сцене. Своя сцена, свой театр – это, конечно, очень хорошо. Нам очень важно иметь сцену, так как это практика для нас. Мы выходим в театре на сцену и здесь. Стоило ждать 6 лет ради собственной сцены, подтверждает и директор хореографического колледжа. И это самое главное достижение, которое сейчас позволит нам гораздо более уверенно смотреть в будущее и получить хороший творческий импульс. Балетная школа – это своего рода труппа малого театра балетная, которая имеет тоже свои возможности для того, чтобы ставить и давать спектакли и концерты. Пристройка увеличила площадь учреждения практически в 2 раза. Просторные холлы напоминают дворцовые залы. На стенах витражи, кругом мебель в классическом стиле. Даже просто пройтись по такому помещению приятно, что уж говорить о работе. Когда на себя хороший костюм одеваешь, сразу же и настроение другое, в образ быстрее входишь. И замечательно. Также и интерьер, естественно, большой играет. Помощь. На торжественное открытие приехали почетные гости. Среди них и полномочный представитель президента и губернатора региона. После вручения дипломов и поздравительных речей всех ждал концерт. Первый на новой сцене. В новом помещении помимо классов и зала есть и комнаты, отданные под общежитие. Ведь сюда приезжают учиться из самых разных городов Сибири. Помимо Новосибирска, будущих артистов балета готовят лишь в 3 городах России.